Мистик или женщина-кошка? Выбирай своего любимого супергероя, а мы покажем, как превратить в него твою любимую куклу. Смотри в нашем новом видео, как сделать из куклы героя комиксов. Джессика нашла новую книгу. В ней рассказывается про загадочную девушку Мистик, героиню Людей Икс. Она может превращаться в разных людей и принимать облик кого угодно. Саманта не верит в эти сказки. Но вот с ней рядом садится ее точная копия. Теперь она поверит в Мистик. Саманта рассказывает подруге о двойнике, но Джессика знает, кто это был. Ее кукла Мистик. В воде разводим красную гуашь. Опускаем волосы куклы. Замачиваем на 10 минут. Промакиваем окрашенные волосы полотенцем. И высушиваем феном. Оборачиваем пленкой. Туловище и лицо протираем спиртом. Покрываем тело синей акриловой краской. Глаза закрашиваем желтым цветом. Прорисовываем детали. Добавляем характерную чешую. Из черного воздушного шарика вырезаем лиф и шортики купальника. Одеваем на куклу и тонируем синим акрилом. Снимаем пленку и укладываем прическу с помощью пенки для укладки волос. Глаза и губы покрываем глянцевым акриловым лаком. Эта куколка просто очаровашка. Девочки хотят получше изучить суперсилу своей любимой куклы. Посмотрим, что еще умеет это синее создание. Подруги заняты своими делами, а к ним в гости пожаловала Харли Квинн. Значит, скоро начнется веселье. Кукле обрезаем волосы. Нагреваем голову феном. И аккуратно снимаем голову, чтобы не повредить крепление. Опускаем волосы в горячую воду и вынимаем остатки волос. Помещаем голову на место. Оборачиваем ее пленкой и целлюлозной салфеткой. Крепим резинкой на шее и по линии роста волос. Смазываем верх головы клеем ПВА до уровня резинки. Даем высохнуть и повторяем еще 3-4 клеевых слоя. Тонким маркером обводим контур линии роста волос. Вынимаем куклу и обрезаем нужную форму парика. Край широкой атласной ленты обрабатываем зажигалкой. Второй край распускаем на тонкие нитки. Приклеиваем пряди универсальным клеем на парик. Начинаем снизу. Заклеиваем всю голову. Сохраняем пробор. Длинный отрезок ленты проклеиваем посередине. Распускаем нитки с двух сторон. И вклеиваем верхним слоем на парик. Передние пряди отделяем. Остальные волосы завязываем в два хвоста синей и красной резинкой. Свободные пряди подрезаем. Соскребаем порошок с сухой пастели красного и синего цветов и втираем в кончики хвостов. Делаем макияж акварельными карандашами. Растушевываем кистью. Также красим ногти, чередуя цвета. Фатин складываем в два слоя. Обрезаем по форме ног. Сшиваем колготки. Белую стрейчевую ткань красим маркерами на водной основе. Рисуем красную и синюю полоски. Вырезаем и сшиваем юбку. Из такой же ткани сшиваем майку. Тонким маркером пишем надпись.
Ботиночки окрашиваем акриловыми красками. Губы наводим акварельным карандашом. На полоску из помирана наклеиваем кончики зубочисток, как шипы. Прокрашиваем золотистым акрилом. Обрезаем и надеваем браслет на руку. Из черного фоамирана делаем пояс. Крепим пряжку из фоамирана, окрашенного в золотистый цвет. Из такого же фоамирана крепим чокер. Из полимерной глины лепим биту Харли Квинн. Запекаем по инструкции. Акварельным карандашом пишем надпись «Good night». Наводим контуры тонким маркером. Даем биту в руки Харли Квинн. Харли Квинн отвлекает Джессику от учебников, но та уверена, что это сделала Саманта. Тогда Харли повторяет свой трюк. Температура в комнате накаляется. В ответ Харли Квинн сыпет соль в чай Саманты. Фу, какая гадость! Саманта подозревает Джессику. Но тут Харли Квинн попадается. «А ну идите сюда, кукольная леди! Вы совершенно не умеете себя вести!» А значит, Харли наказана. И будет сидеть здесь на виду. Пока подруги болтают, в дом пробрался воришка. Кто-то скребется на кухне. Это была хитрая женщина-кошка. Волосы куклы опускаем в горячую воду, чтобы выровнять волосы и придать им блеск. Расчесываем и сушим феном. Боковые пряди зачесываем назад и завязываем резинкой. Ушки окрашиваем черным акварельным карандашом. На стрейчевой ткани обводим ноги куклы. Вырезаем выкройку с припуском на швы. Склеиваем штаны. И выворачиваем на лицо. Из полоски такой же ткани делаем лиф. Вырезаем два отверстия для рук. Заворачиваем крест-накрест. Склеиваем на спине. Длинный воздушный шарик надрезаем под углом. Прокалываем отверстие зубочисткой. Снимаем руку и надеваем шарик, как длинную перчатку. В отверстие продеваем пальчик куклы и ставим руку на место. Ногти красим акварельным карандашом. Украшаем топ половинкой молнии. Туфельки куклы окрашиваем черным акрилом. Ногти на ногах также закрашиваем акварельным карандашом. Из черного картона вырезаем маску женщины-кошки. Приклеиваем ее на двусторонний скотч. Губы подводим красным акрилом. Из черного глянцевого шнурка делаем хлыст. Ручку и наконечник лепим из воздушного пластилина. Вставляем хлыст в руку женщине-кошке. На кухне девочки находят лишь пустоту. Женщину-кошку так легко не поймать. Она уже спускается со шкафчика. И хочет стащить сережки Джессики. Хорошо, что Саманта вовремя заметила воровку. Такая элегантная и такая коварная. Женщина-кошка вмиг исчезает с ударом хлыста. А следом исчезает цветок и любимые сережки Джессики. Не зря у Джессики аллергия на кошек. А воровка все это время пряталась под столом. Понравились наши супергеройские куклы? Тогда пиши в комментариях, в какого супергероя ты превратишь свою игрушку. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые кукольные превращения на канале Трум-Трум.